Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Bloons Adventure Time TD. Также тут немного скрытые буквы Tower Defense, означающие. Как вы могли понять, то, что это игра от разработчиков Bloons TD. Именно вот 6, вот, в которую вот мы играли, Ninja Kiwi. И они создали игру, в которой совместили вселенную Bloons TD и вселенную «Время приключений». Я надеюсь, что вы знаете про этот мультик, про эту вообще вселенную, что она вам понравится, что все нормально будет. А больше всего сейчас надеюсь, что будет не так уж громкий звук в игре. Так, будем продолжать все смотреть. Единственное, что мне не нравится, что тут просто можно выключить звуковые эффекты. Но помимо этого, я вам хочу сказать, что эта игра всеми абсолютно бесплатная. То есть каждый человек, который захочет попробовать поиграть, это сможет сделать абсолютно бесплатно, спокойно в Steam. Может быть, она еще где-то есть. Но, мне кажется, Steam есть почти у каждого. Поэтому берите, если хотите. Так, мы начинаем. О, какой-то сюжетный ролик. Это типа портал. И шары попадают в мир. Время приключений. Я не знаю, как у них там прям вселенная называется. Но в любом случае мы посмотрим, что к чему. Так, загрузка? Или нам тыкать надо? Что это за загрузка такая? А, тут все нормально. Такая рисовка, на самом деле, прикольная. Очень сильно отличается от Bloons TD. Она такая тут более грубая, я бы сказал. Что в Bloons TD все более такие линии ровные. Так. Фильм говорит, Джейк, сюда приближается большое количество разноцветных предметов. А, постой, это же воздушные шары. Ого, их так много, им конца не видно. Джейк? А, не сейчас, приятель. Джейк? Я в зоне досягаемости, приятель. Но он кричит, я кричать не хочу. В зоне достигаемости, Финн, в зоне достигаемости. Так, а персонажи атакуют воздушные шары автоматически. Просто перетащите их. Ага. Я, конечно, люблю воздушные шары, но эти ребята чертовски опасны. Нельзя их подпускать к домику на дереве. Так, похоже, они направляются этим путем. Я как понял, нам надо ставить Финна, да? А все еще никаких вестей от Джейка. Думаю, мне придется их задержать. Так. А, то есть надо прям зажимать. Ставили. Я должен постараться добраться до воздушных шаров отсюда. Идите сюда, воздушные шары. Так, начинаем тогда. Давай сразу ускоряем. Блин, прикольно, так ты всех бьет. Есть, я получаю деньги за лопание воздушных шаров. Ой, что-то я там... Вот это улучшение. Это классное улучшение, позволяет мне быстрее атаковать. У воздушных шаров нет ни единого шанса. А тут, кстати, посмотрите, тут аж 4 улучшения. Да-да-да, ощути мою силу. Так, раунд второй. Блин, вот бы не так же. Вот представляете, просто шары лопаешь, деньги получаешь. Неплохо было бы. Так. А, так легко, давайте следующую волну. Да, давай-давай. Тут, наверное, можно где-нибудь авто поставить волны? Что-то пока не знаю. Даже эскейп не прожимается, чтобы посмотреть. А, проходят, слушайте. Ой, они направляются к домику на дереве. Может, тебе нужна помощь, Макс сказал. Очень похож на дело с дротиками. О, Макс, давай мы тебя поставим. Помогай нам. Реально помог. А, только мне интересно, мы что, можем поставить всего по одному героя, да? Эй, кто ты? Меня зовут Макс, и я профессионал в уничтожении воздушных шаров. Следи за индикатором здоровья. Воздушные шары, которые проскальзывают мимо тебя, будут стоить тебе несколько жизней. Если ты не уничтожишь ни одного шара, они выиграют. Будем надеяться, что этого не произойдет. Да, действительно. Так. На прокачку мы пока не можем тыкать. К сожалению.
Но у нас уже четвертый из пяти раундов. Нормально там Финн вообще идет. Но Макс сейчас подстрахует. Нормально. Друг, ты действительно профессионал. Хорошо лобаешь один шар. А, я еще только разогрелся. Смотри. Че, прокачаем? Так, да, радиус увеличился. Могу прожечь шары с большого расстояния. Поздравляю, Макс. Это невероятно. Это просто невероятно. Так, деньги мы опять никуда не можем потратить. Дайте мне потратить деньги. Прошу. Макс. Похоже, это последний шар. Ого, тут даже вот звук как в Блонстене. Я ж не понял поначалу. А, штаб на дереве. Обычный. 5 раундов. Такая бронзовая медаль у нас. И сундук. 100 монет. А драгоценные камни? Сила какая-то. Очки опыта 60. Сейчас музыка из «Время приключений». Прикольно так. Эй, что происходит? Я не буду. Эй, полегче, дружище, это всего лишь я. Я придумываю форму шара ко дню рождения Бима. А, Джейк, нас только что атаковали воздушные шары. Макс, помоги мне их задержать. Прости, что? Пошли уже. Так, Джейк. А, тип оружия, инструмент, гитара. Какие-то способности связывают воздушный шар Моаб. Уничтожает его. А способность превращается в Джейка костюма, умеющая великолепно атаковать. Плюсы различные типы атак, минусы медленно атакуют. Прикольно. Макс, тип оружия дротики. Способности. А Макс кружится и разбрасывает горячие дротики во все стороны. А способность вторая. Атака Макса наносит мега урон шарам класса Моаб. Плюсы недорогой, эффективный. А минусы низкий урон. Так. Эй! Ой. Это не к добру. Воздушные шары распространились по всей земле. Похоже, что-то происходит в конфетном королевстве. Нам лучше поспешить. По факту. Ну давайте, перед тем, как поспешу, я, наверное... Поставлю на паузу и проверю, громкая ли игра или нормальная. А потом уже мы продолжим, в принципе. Ну вот, я и проверил, в принципе, первую часть. Что там по ней вроде бы все нормально. То есть не так уж и громко. Все, в принципе, идет нормально. И тут я заметил, что музыка действительно из Bloons TD, но она какая-то более пикселизирована. То есть она немного переработана, может быть, под атмосферу «Время приключений». Так, у нас тут конфетное королевство, конфетные жители загнаны в угол. Так, тут один череп из пяти. Может быть, это уровень сложности, значит, давайте начинаем. О, тут дальше еще. Все тут Джейк нормальный. Так, если тыкать, то тут, в принципе, ничего прям такого-то не случается. Ладно, давайте нажимаем. А конфетные жители загнаны в угол. Раздаются крики о помощи из конфетного королевства. Разблокировка принцесса Бубльгум. А, Джейк, ПБ в беде. Нам нужно сейчас же ее найти. Что? Как ты узнал об этом? Я получил письмо, в котором говорится... Финн, у меня проблемы. Сейчас же иди сюда. Конечно, как только мы сможем остановиться, чтобы купить мороженое по пути. Финн, помоги. ПБ, кто это сделал? Кто тебя связал? Со мной все в порядке. Лучше защити конфеты конфетных жителей. Так. О, тут видим прям даже уровни такие. Ничего себе. Давайте начинать. Сложно, сложно. Давайте обычный. Сейчас я тут всего напридумываю так-то. То есть это прям сюжетная игра, похоже. Посмотрим, как получится. Финн, не дай воздушным шарам добраться до конфетных жителей. Ты же знаешь, что я могу просто наклониться и освободить тебя, не так ли? Сосредоточься, Финн. Понятно. Может быть, ей лень просто? Так, я бы хотел, наверное, сюда поставить. Финна.
А, на Джейка нам не хватает. Так, давайте тогда немного покупим денег. Блин, фин, ну совсем чуть не хватает, чтобы там всех пробить. Сюда я, наверное, Джейка хочу поставить. Бульгум вообще нормально там. Так, вот Джейк. У них какое-то улучшение, вы заметили? Они как будто друг от друга бафы получили. Так, давайте автозапуск сделаем. Тут все-таки появился. Так, чтобы нам не ждать каждый там следующий раунд. Не, Бубульгум вообще правда норм. Фин же говорил, что может спасти ее. Она отнекивается. И так нормально. Так. Давайте вот сюда куда-нибудь. Хотя не, я бы вот сюда где-нибудь Макса тоже вот поставил. Чтобы он сразу же две линии пробивал. Так, ну тут прокачать можем. В принципе, карамельным этим жителям вообще нормально. Жалко, что они не кликабельны. Так. А, наконец-то я свободна. Теперь меня ничто не остановит. Принцесса Бубльгум, у тебя все это время был бластер, стреляющий жвачкой? Подожди, воздушные шары связали тебя, или ты нечаянно включила бластер, и он связал тебя? А, смотри, воздушные шары. Понятно. Она очень занята, только что сказала нам. Так, безупречная верность. Союзники принцессы Бубльгум атакуют быстрее. А надеюсь, союзники это не те, которые в ее радиусе. Потому что в радиусе нет никого. А так. Атаки ПБ устраняют камуфляжные и восстанавливающие воздушные шары. Нормально так-то. Так, я бы Джейка немного вкачал. Это, в принципе, интересные прокачки. Сейчас посмотрим, на что он будет способен. Муап! И чё его уничтожить? А, Бубльгум типа клеймечка, что ли? Мать всех воздушных шаров, что это за штука? Эта штука большая проблема, и мы недостаточно сильны, чтобы уничтожить ее. О нет, если этот шар доберется до конфетных жителей, мы проиграем. А мы не можем просто еще раз попробовать или продолжить за монеты или за какие-либо другие предметы. Пора применить тяжелую артиллерию. Так, усиление. Подсказка силы. Сила — это элементы одноразового применения, которые оказывают огромное влияние на ход игры. Они включают прокачку персонажей, полноэкранные эффекты, которые помогают уничтожить все воздушные шары и многое другое. Сила увеличивается по мере повышения общего рейтинга игрока, используя взрывные объятия, чтобы спасти конфетное королевство. Ну давайте. А, то есть это просто уничтожает. Фин, это было потрясающе, что это было. Ой-ой-ой, нечаянно пропустил. Чтобы это не было, оно спасло конфетное королевство. Задание пройдено. Уровень пройден. Бима рад, я рад. Конфетный трон и зал. Так, опять сундук. Чё-то мало монет. Чё-то мало драгоценных камней. Очков опыта хоть столько же. Чё-то поленились. У нас тут больше раундов, а при этом так мало получили. Как это? Так, я хочу проанализировать некоторые образцы воздушных шаров. Мне просто нужно найти... А, вот он где. Мой старый указатель волны шаров. Свинцовые шары? А что с указателем волны шаров? Мой указатель волн шаров бесполезен. Согласно этим данным, в любой момент в У может прибыть еще больше мощных воздушных шаров. А, так что, у них вселенная называется У? Я просто что-то даже не знал об этом. А, ну же, я не боюсь воздушных шаров. Они увеличиваются в несколько раз. Их надо остановить. Дай мне Энхиридион. У нас его нет, принцесса. Хот-дог одолжила его. Точнее, принцесса Хот-дог одолжила его. Она в смертельной опасности. Нам нужно сейчас же уходить. Понятно? Так, давайте тогда еще ту карту попробуем пройти. Так, 4 персонажа. Нормально. Так, выбираем обычную, конечно. Других вариантов у нас и нет. В принципе.
А, вот принцесса хоть бог. Давай, давай, мы тебя защитим. Так. Подождите, я не понял, как они будут идти? А, все, понял. Так. Я вот так поставил. Все, ускоряем. О, это типа наши защитники, помощники. Прикольно. Так, сразу же ставим Фина. Кажется, чтобы он помогал этим сосискам защититься. Ого, сколько же она их ставит. Пока идем уверенно. Стойте, вы посмотрите, сколько бабульгум стоит. $650. Офигеть. По-моему, это много. Для обычного клеймечка. Я бы сказал. Смотрите, кстати, уже 4 сосиски поставила принцесса. Нормально так-то. Хорошая помощь. Будем стараться сделать так, чтобы они выжили. Как можно больше, по крайней мере. Так, силы пока что прикроем наши. Рука молот, можем немного попрокачивать Джейка нашего, чтобы он посильнее был. Потому что пока что мне даже Джейк больше всех нравится. У него какие-то атаки самые интересные, если честно. Толчок попой. Так, мощная ладошка Джейка. Сейчас, конечно, не накупил. Так, Джейк мастер на все руки. Немного усиливает все атаки, улучшает навык. О, тут, кстати, видно, сколько он нанес урона. Нормально, кстати. Ой, нет, сосиску не бейте. Ой. Одна сосиска умерла. Очень жалко. Ну, зато во имя принцессы он отдал свою жизнь. Так. Способность. О, а мы прошли. Тем временем мы уже прошли, реально. Да я даже не заметил. Так. Ну, пока что что-то очень легко. Чего бы они раундов-то не увеличат. О, очки опыта. Он второй уровень должен быть. Так. Я хотел Джейка попрокачивать, что-то. Принцесса Хот-Дог, можешь выходить. О, Финн, я была так напугана. Как зовут твоего маленького симпатичного друга? Принцесса, это я, Джейк. Думаю, она говорит обо мне. А, здесь есть место только для одного пушистого красавчика, приятель. Финн, откуда же взялся этот парень? Принцесса Хот-Дог, Инхиридиан все еще у тебя? Да, я сижу на месте все это время. В Энхиридиане написано, что при лопании воздушных шаров нам откроется доступ к шарам желаний, с помощью которого можно получить уникальное оружие и потрясающую добычу. Уникальное оружие, потрясающая добыча. О, мой шар, Джейк, ты слушаешь? Конечно, дружище, пришло время повысить уровень. Они там вообще чилят. Принцесса Бубульгум. Так, замедляет шары, используя взрывательную резинку. Низкий урон. Способность получения дополнительных денег один раз за ход. Способность распыления струи мармеладных конфет, которая лопает шары. Нормально, кстати. Так, повышение рейтинга. Начальный день. А, то есть у нас в начале день оглашивают. Ну так нормально, почему бы нет? Так. Ой, сейчас сундук. Давай, открывайся. 100 монет. Драгоценных камней 4. Пирожные Фина, осколки, шар желаний, сила. Ого, как много. А для чего все это? Эй, почему на этих пирожных моих лицо? А, я все объясню тебе, Фин, но чуть позже. Похоже, ты нашел шар желаний. Прикольно. Для чего? А, приятели, мы нашли наш первый шар желаний. И вот наша замечательная добыча. Наш приз. 3 потрясающих предмета. Чурма и пирожные. Ребята, успокойтесь, вы должны кое-что знать о шарах желаний. Ну вот всегда есть какой-то подвох.
Так. Из шаров желаний выпадает 3 предмета, но выбрать можно только один. Так что выбирай с умом. А, мой старый меч. Я не видела его примерно 5 лет. Иди к папочке. Ну, конечно, Скарлетт. Зеленая как-никак. Ого, то есть тут еще какие-то разные их одеяния. А, колющая сила плюс 2, плюс 1 за 3 звезды. Особые товары без особых вестей. Пин, я очень хотел это мороженое. Прежде чем они вернутся в недра земли, у вас есть возможность получить второй предмет. Вот это другое дело. О, черт, придется заплатить драгоценными камнями. Не волнуйся, приятель, я вернусь за тобой. А я не хочу. Хочу сбросить 50 замороженные. Давайте сбросим. Тава. Ладно. Так, параметры, скорость плюс 1%. Особый товар дает 3% повышения скорости атаки взамен, если надет на Джейка. Пин, ты лучший. Могу я его съесть по дороге домой? Джейк, мы идем домой. Мы должны уничтожить воздушные шары. А перед этим подготовиться. Следуй за мной. Так. Ну, на этом, наверное, мы эту серию будем заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилась эта игра. Пишите в комментариях, ждете ли вы продолжения, хотели бы вы видеть дальше эту игру на моем канале. А с вами был Диктофон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!